За последние 5 лет уровень заболеваемости раком населения республики вырос на 29%. Однако рост выявления данной болезни на ранних стадиях тоже увеличивается. Часто диагноз «рак» воспринимается как смертный приговор, но в реальности далеко не все злокачественные опухоли приводят к гибели. Чтобы помочь больным с таким диагнозом, в республике полным ходом идет работа школы пациента. В рамках данной школы медики совместно с психологами работают с пациентами. Слушатели школы получают все необходимые информационные материалы, которые помогут подготовиться к лечению. Кроме того, по мнению специалистов, общение с людьми, которые победили рак, дает самую большую мотивацию для пациентов. Thank you.